Дорогие друзья, здравствуйте, день добрый. 23 июня у нас на календаре в студии Prian.ru, в импровизированной студии, онлайн главный редактор портала Филипп Березин. Мы сегодня будем беседовать с экспертами из компании Migrant Invest, наверное, на самую экзотическую тему за последние два месяца. Экзотическую, потому что страна, о которой пойдет речь, я не уверен, что все даже слышали о ее существовании, то есть, вернее, созвучия какие-то были, но на самом деле те возможности, которые она открывает, да и вообще, где находится эта страна, эти вопросы, которые до настоящего вебинара, наверное, у многих оставались без ответа. Тем не менее, сегодня жизнь заставляет искать и находить новые возможности, новые направления для получения второго паспорта, для получения второго гражданства. Зачем это может быть нужно? У каждого свои цели, свои задачи. Путешествовать по миру, иметь возможность переезжать вне зависимости от того, что думает таможня там твоя родная и пограничники в твоей стране. Это история очень-очень важна. И о гражданстве Вануату, с небольшого государства, которая находится вообще на противоположном конце земного шара и с точки зрения параллели, и с точки зрения меридианов, мы сегодня и будем говорить. Итак, что это, как это работает, насколько все это серьезно и какие преимущества может получить человек, ставший гражданином государства Вануату. Это вполне тема в духе нашего времени. И я с удовольствием представляю двух экспертов наших сегодня. Это Злата Эрлах, с которой мы уже несколько раз встречались на наших вебинарах, директор офиса в Австрии компании Migrant Invest. Здравствуйте. И Елена Рудая. Я назову две должности. Сначала одну, директор по развитию Migrant Invest. Тут вроде как все там, ну, понятно, да? А вот вторая должность – это вообще нечто особенное. Елена – почетный консул государства Вануату в России. И чуть позже мы потребуем подробного отчета, что же это значит «почетный консул Вануату». Ну, а пока к нам люди, зрители в Фейсбуке и здесь на сайте продолжают добавляться. Злата, пожалуйста, давайте несколько слов о том, как вы работаете в Вануату, что вас связывает, вашу компанию с этой страной, и как вообще вы работаете, почему именно в Вануату и не только. Пожалуйста. Ну, еще раз здравствуйте. Несколько слов о нашей компании. Компания Migrant Invest – это юридическая компания, которая работает с 2006 года и помогает семьям состоятельных людей получить второе гражданство или вид на жительство за инвестиции. Мы являемся лицензированным агентом всех действующих государственных программ, в том числе вот программа по гражданству Вануату, все карибские страны, Гренада, Сент-Китс-и-Невис, Антигуа и Барбуда, Доминика и Сент-Люсия, а также в Европе Мальты, Кипра и других стран. Наши офисы расположены в 6 странах мира, и в штате компании работают дипломированные юристы, адвокаты, сертифицированные агенты по недвижимости и facility management. Специализация наших специалистов учитывает особенности различных юрисдикций. И также, вот особенно хочу заметить, в нашей компании работает compliance-отдел, которым руководит сертифицированный compliance anti-money laundering officer, сертифицированный международной ассоциацией специалистов по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, который помогает клиентам подготовиться к процедуре due diligence. Поэтому в нашей компании отказы составляют менее 1% от всех поданных кейсов. Да, мы постоянно изучаем и следим за изменениями местного законодательства, за изменениями в программах, сопровождаем клиентов за руку от первой консультации до получения гражданства или ВНЖ, далее до возврата инвестиций и после по любым вопросам. Нужно ли им получить справку о несудимости из страны, потеряли паспорт, родился новый член семьи. То есть во всех этих вопросах мы помогаем. И если, например, посмотреть, да, как далеко находится Вануату, то, конечно,
Получается, очень просто. Можно обратиться в любой из наших 6 офисов, и вы получите все услуги. Вам не нужно ехать в Вануату, вам не нужно звонить, вам не нужно искать, кто вам поможет. Сейчас, Влад, все секреты раскроете, давайте будем раскрывать их по частям. Да, да, давайте. Значит, прошу заметить, что у нас чат традиционно работает, вопросы по Вануату и вопросы для компании Мигрант Инвест, пожалуйста, в чате можно задавать. Традиционно публикация и видео будут доступны через несколько дней после завершения нашего вебинара. Елена, ну вот флаг видим, да, давайте в двух словах все-таки, что это такое за государство, где оно находится, и потом несколько слов о том, что определяет вот ваш статус. У нас почетных консулов на вебинарах наших практически никогда не было, пожалуйста. Ну, хочу коротко рассказать, да, о самом государстве Вануату, поскольку, правда, не все знают, не все сталкивались, да, с этим государством. Это небольшое государство, оно расположено в Тихоокеанском, на Тихоокеанском архипелаге, состоит из 83 островов, 65 из этих островов населены. Государство находится недалеко от Австралии, и вот как раз близость с Австралией определила и спрос на, в том числе на эту программу. Само государство протяженностью порядка 1300 километров. Это молодое государство. Независимость Вануату получила в 1980 году. До этого государство имело название «Новые гибриды». Во время своей истории Вануату было в составе, это частью и Великобритании, и частью Франции, поэтому, конечно, то есть это и определило наличие трех официальных языков в государстве: беслама, французский и английский официально являются государственными языками. Столицей Вануату является Порт Вилла. Довольно-таки небольшая населенность, это порядка 300 тысяч жителей. Вануату также является членом нескольких международных организаций, таких как, ну, то, что интересно для наших клиентов, это Содружество наций, потому что граждане Содружества получают дополнительные приоритеты, в том числе и в Великобритании. Они являются также членом ООН, членом Тихоокеанской комиссии и членом ВТО. В Вануату действует собственная валюта, вануатский вату. Разница с нами, с московским временем, плюс 8 часов. Поэтому, если решите звонить на Вануату, учитывайте эту разницу во времени. Что касается самого устройства государства, это республика. И Вануату, как бы, поскольку это молодое, да, государство, то есть оно сейчас нацелено на то, чтобы развиваться. И основная цель, которую преследует правительство, это развитие, это поиск новых инвестиций. Конечно же, это в том числе и инвестиции извне. Государство заинтересовано в привлечении новых инвесторов и таким образом тоже выстраивать свою экономику, чтобы способствовать получению этих инвестиций. Нет, простите, перебью. А вот на чем, собственно, государство зарабатывает, кроме инвестиций? Да, то есть это 20% ВВП составляет туризм. Все-таки это замечательный остров, экология нетронутая, да, и таких островов на самом деле уже осталось не так уже много, поэтому те туристы, которые любят экотуризм, да, в том числе, они отдают предпочтение именно таким островам, которые мало населены, при этом имеют довольно-таки неплохую инфраструктуру. Стейк из Вануату ценится гораздо больше, чем стейк из Австралии. Также развивается сельское хозяйство на Вануату. Обратно-таки это обусловлено тем, что это вулканическая почва, и, соответственно, конечно же, здесь прелестный чернозем, и сельское хозяйство имеет свои этапы развития. В том числе одним из...
способов пополнения бюджета, это как раз является привлечение иностранных компаний. Государство установило для иностранных компаний налоговые каникулы в течение 20 лет, и эти компании платят только годовой государственный гербовый сбор, это порядка $300. Давайте о налогах тогда чуть-чуть подробнее, потому что, насколько я понимаю, вообще вся налоговая составляющая довольно интересная, и у нас как раз слайд на этот счет есть, если можно, несколько слов. Да, давайте его откроем. Многих инвесторов, конечно же, интересует система налогообложения той страны, в которой они планируют получить гражданство, потому что, как мы знаем, некоторые страны ставят в свою налоговую систему обязанность выплаты именно налога в стране гражданства. То есть это один из критериев, поэтому очень важно понимать, какие налоги в этой стране вас ожидают, либо не ожидают. Что касается налоговой системы Вануату, она довольно-таки привлекательна. Здесь нет многих налогов. То есть самое приятное, что нет налога на доходы физических лиц, нет налога на прирост капитала, нет налога у источника, также нет налога на вывоз капитала, потому что тоже с таким налогом часто сталкиваешься, да, когда ты аккумулируешь какие-то средства в определенной юрисдикции, а затем хочешь их перевести в другую юрисдикцию, может возникнуть налог, поэтому в данном случае этих налогов нет, что позволяет сказать, что это, да, практически налоговый рай. Основной налог, который взимается на Вануату, это НДС. Он составляет 12,5%, но это в первую очередь ориентировано на те компании, которые ведут фактическую деятельность на самом острове. Скажите, пожалуйста, допускает ли Вануату второе гражданство? И есть ли какие-то обязательства, чтобы я стал налоговым резидентом страны этой кучи? Конечно, таких обязательств нет, и понятие, ну, во-первых, допускается, поскольку есть инвестиционная программа, соответственно, конечно же, Вануату признает двойное гражданство. И что касается самого, да, налогового резидентства, то есть понятие гражданства в данном случае и налогового резидентства между собой не связаны. Если вы получили паспорт, вы не становитесь налоговым резидентом Вануату. Но при желании и соблюдении других условий вы можете это сделать. В двух словах, если вдруг кто-то захочет до туда добраться, как вообще туда добираются, через Австралию или если лететь туда, когда границы откроют? На самом деле добраться не так уж и сложно, поскольку есть много, конечно же, это будут рейсы, безусловно, с пересадками, возможно, рейс через Эмираты, через Гонконг, через Фиджи, через Австралию, вариантов очень много. Добраться не так сложно. Долго, но не сложно. Окей. Ну и тогда вопрос вполне логичный, раз уж мы беседуем, обязательно сейчас вот перейдем уже прямо к условиям вот этого гражданства, как его получить. Вот, Елена, вы почетный консул. Вот что это означает, что определяет ваш статус, что вы делаете, какие услуги вы оказываете и для кого, и где? В России, на Вануату, в других странах и так далее. Ну, в первую очередь, это, конечно же, представительская должность. Вот как раз к нашему вебинару буквально 18 числа дополнительно были наложены обязательства на, в том числе, почетных консулов. Сейчас почетный консул имеет право принимать присягу у граждан Вануату, для новых граждан Вануату, да, как раз вот для наших инвесторов, и выдавать непосредственно паспорта. Для этого была внесена, изменена процедура самой выдачи паспорта для того, чтобы почетный консул в том числе имел право осуществлять такие функции. Соответственно, такие функции я могу теперь осуществлять на территории Российской Федерации, но и не ее. Сразу давайте этот вопрос уточним, чтобы потом мы коснемся его более глубоко. Для того, чтобы получить гражданство, ну, в данном случае Вануату, покидать Российскую Федерацию не обязательно. Не нужно, не нужно. Делать все, находясь вот сейчас буквально дома. Да, если брать сравнение с другими программами, вот Вануату, ну и на самом деле это правильно, да, потому что клиенты часто задают вопрос, вот где я получу паспорт? Допустим, наша компания имеет лицензии там по более чем 8 странам, да, но все равно клиенты задаются вопросом, вот почему я через агента получаю паспорт? Но в Вануату они как бы это возражение клиентов изначально закрыли и не давали возможность агентам выдавать паспорта. То
То есть выдать паспортов происходит только через официальные лица в ОМАТу. Ну, которых, одним из которых вы являетесь. В данном случае, да. Хорошо, ну давайте тогда перейдем к программе, и потом я просто отдельно, уже, наверное, ближе к концу, в принципе, задам несколько таких обобщающих вопросов, в принципе, по программам гражданства, но все-таки. Программа гражданства Вануату, вот просто от входа, как давно она работает и что она собой представляет, пожалуйста. Можно я коротко расскажу о истории программы, потому что, почему я хочу это сделать? Потому что, правда, многие слышали уже много раз про карибские программы, про Вануату не слышали. Но и хочу в этом случае развеять миф о том, что программа новая. На самом деле программа не новая, то есть уже в 90-е годы первый раз была запущена эта программа, она много раз менялась, в то время пришел ураган ПАМ, и государство сильно пострадало, и с того времени началось развитие вот как раз инвестиционной программы на Вануату. Много раз она преобразовывалась. В 2017 году были внесены последние важные, да, изменения, и после того, как вот эти изменения были внесены, программа, правда, стала популярна, поскольку она стала более понятна, структурирована, налажены все процессы выдачи паспортов, и после этого было выдано уже более 5000 паспортов, что говорит о том, что, правда, программа пользуется популярностью, соответственно, она решает задачи инвестора. Uh-huh. Есть две программы в Вануату. Это в чем их вот как бы отличие этих программ? Они отличаются по рынку, на который они ориентированы. Первая программа ориентирована на азиатские страны, вторая программа уже на страны европейские, африканские и другие программы. То есть мы рассматриваем вариант программы развития экономического гражданства Вануату. Это та программа, как раз, которой могут воспользоваться граждане Российской Федерации. Итак, давайте тогда, ну, классические моменты. Вы, Лена или Злата, базовые условия, во-первых, кто может претендовать на получение гражданства в данном случае? Требования к основному заявителю стандартные, как и по другим программам. Возраст от 18 лет, отсутствие судимости, возможность оплатить инвестицию и другие расходы по программе, остаток на банковском счете от 250 тысяч долларов США и хорошее состояние здоровья. Хотя, конечно, по последнему пункту очень часто клиенты у нас спрашивают, а вот у меня диабет, и что я не смогу получить, или у меня искусственное бедро, тоже это случай из практики, что теперь я не смогу получить гражданство. То нет, конечно, не до абсурда, а просто... Некие ограничения все-таки существуют. Серьезные, назовем их так. Я думаю, что те, у кого уже очень серьезные ограничения, им уже и не нужно это гражданство. Ну, да, к сожалению. То есть, скажем так, всем, кому это гражданство нужно, все смогут его получить, да. Ну, в том числе, можно я коротко добавлю, у нас есть несколько кейсов, когда как раз вы получали гражданство Вануату с целью иметь возможность свободно путешествовать и доступ к медицине иметь. Да, да. Но не на Вануату, а в принципе. То есть, как бы, конечно же, да. Ну да, да. И вот на Вануату, сайте, да. У нас написаны два основных момента. То есть инвестиции и сроки. Значит, основа получения гражданства – это некий платеж. Так? То есть вы платите? Да, да, конечно, да. Необходимые, да, я еще секундочку вернусь, вместе с основным заявителем могут получить гражданство дети до 18 лет, как основного заявителя, так и его супруга, супруги, не состоящие в браке дети от 18 до 25 лет, дети должны полностью зависеть финансово от основного заявителя и проходить, получать образование в учебном заведении, также родители. От 50 лет, как основного заявителя, так и его супруги и супруга. Да. Окей, ну смотрите, основа, как я уже сказал, это именно платеж. Да, вот как он формируется отдельно, давайте об этом поговорим, потому что это, ну, на самом деле такой ключевой вопрос для очень многих. Пожалуйста. Да. На одного расхода по программе состоят из
из стоимости программы, из дотации, да, которая составляет 130 тысяч долларов США на основного заявителя, 150 тысяч на заявителей супруга, и потом плюс по 15 тысяч долларов США на каждого дополнительного члена семьи. К этому необходимо оплатить тест, сбор за тест на благонадежность. Проверка финансового комитета Вануату. Данная услуга стоит 5 тысяч долларов США. Она проводится для всех членов семьи старше 18 лет, но стоит всего 5 тысяч, независимо от того, сколько членов семьи будет проходить данный тест. Это первый платеж, то есть вот программа как раз-таки начинается с того, что мы отправляем там первые документы, их всего несколько, это скан загранпаспорта всех членов семьи от 18 лет, справки о несудимости, переведенные на английский язык, и биографии, CV. Клиент переводит 5 тысяч долларов США, и в течение 96 часов будет проведен тест. Ну, понятно. У нас еще никогда не было, да, чтобы этот тест был негативный, потому что, как я говорила ранее, мы еще до заключения договора проводим собственный комплайенс, и вот через 96 часов мы получаем официальное письмо из финансового департамента, что проверка проведена, и можно приступать дальше к оформлению документов и к следующему этапу. После как этого необходимо... Да, вот как раз про этапы. Закончили вот эту историю, что вообще делаем дальше? И вот вы сказали 4-6 недель, на что они уходят? Да. Дальше необходимо собрать весь остальной пакет документов, которые несравненно меньше, чем, например, на Карибах. Это свидетельство о рождении, все документы из ЗАГСа, справка, свидетельство о разводе, о браке, о смене имени, выписка с банковского счета о наличии не менее 250 тысяч долларов США. Эти документы и, ну вот, медицинская форма. Мы заполняем, наши юристы заполняют все формы, и мы отправляем пакет документов на рассмотрение. При этом инвестору необходимо оплатить 25% от дотации. То есть вот если это один человек, да, 130 тысяч, вот от них 25%. После этого около 4-6 недель рассматривается заявление. Комиссия заседает два раза в месяц, поэтому там получается, да, 4-6 недель. После того, как документы рассмотрены, выходит одобрение, уже одобрение инвестора для получения гражданства. После этого инвестору необходимо уплатить сумму оставшуюся, то есть 75% от суммы дотации, и печатается сертификат о натурализации и паспорт. После этого почетный консул, в данном случае Елена Рудая, получает сертификат о натурализации и паспорт. Договариваемся о времени и способе присяги. Инвестор приносит присягу и получает из рук почетного консула паспорт и сертификат о натурализации. Давайте по денежке все-таки еще раз поймем. Значит, вот есть некая сумма, вы назвали 130 тысяч, ну или там 180, это в зависимости от того, какое количество, сколько людей в семье, которая хочет получить вот этот документ. И при этом есть еще вот эта сумма в 250 тысяч. Вы просто должны показать, что она у вас на каком-то счету есть. Причем этот счет может быть в России или в любой другой стране мира. Да, нужно показать, что у вас есть 250 тысяч долларов США, чтобы оплатить программу, ну и еще чуть-чуть, скажем так, да, что вы не на последние деньги покупаете или приобретаете гражданство. То есть это тоже существенный плюс по сравнению с карибскими странами, потому что
на Вануату нужно будет показать, что у вас есть вот эти 250 тысяч долларов США, ну и, соответственно, конечно же, как вы заработали эти средства. Средства должны быть заработаны легально, с них должны быть уплачены налоги. На Карибах, кроме основной суммы, которая идет на паспорт, необходимо еще показать, что есть общий капитал в размере там 300-400 тысяч долларов США, и также показать, как легальность заработанных этих средств, как зарабатывали, если эта компания, предоставит документы по компании, описать бизнес, то есть там более сложный комплайнс, в каком плане. Например, недавно у нас было клиент, который хотел оформить гражданство Карибов. И чтобы пока, у него было там два бизнеса, небольшой арендный бизнес, 250 тысяч долларов США, как раз-таки он мог показать от него. И была большая компания с несколькими акционерами. То есть, чтобы показать остальные средства, ему нужно было раскрыть данные по этой компании. И акционеры были против, чтобы он раскрывал данные, чтобы он предоставлял баланс компании, чтобы он раскрывал данные об акционерах. И вот выбрали, тогда мы посовещались и все-таки решили оформить для него, ну и он тоже решил, там, когда мы все рассказали, решил оформить гражданство Вануату. Пошли вопросы. Первое, значит, вопрос, есть ли инвестиции в недвижимость по этой программе или единственная возможность, это вот, по сути, ну, покупка, давайте назвать ее сейчас своими именами, вы просто делаете некую, платите некую сумму и получаете паспорт. Да, инвестиции в недвижимость нет, рассматривает Вануату этот вопрос тоже, но пока вот дотация. То есть вы оплатили и получили паспорт. Давайте я еще разочек покажу тогда этот кадр, чтобы можно было примерно оценить возможности. Так, вот он у нас. Итак, да. На одного человека 130 тысяч, на семью двое взрослых, двое детей, 180, и дальше плюс 15 тысяч долларов вы платите за каждого дополнительного иждивенца, а проверка на благонадежность, цифра одна, и она стабильна. Да, то есть, вот, как бы. Да, совершенно верно. Хорошо, давайте, ну раз уж мы начали сравнивать историю с Карибами, все-таки... Можно я немножко дополню, то есть подведу небольшой итог этому блоку нашего рассказа, на что важно обратить внимание, да, 250 тысяч на счету, то есть это важный момент, справка о несудимости, второй важный момент. И 250 тысяч, вы в принципе с этих 250 тысяч уже можете выплачивать свою дотацию. Это не, потому что часто клиенты путают, они думают, что мне нужно у всех, да, деньги, как правило, да, на счету ни у кого не лежат, то есть их нужно аккумулировать. И клиент часто спрашивает, ну, мне нужно аккумулировать 250 плюс дотацию. Нет, то есть достаточно аккумулировать 250, и из них потом вы сможете выплатить дотацию. Это один важный момент. Второй важный момент относительно документов и проверки на благонадежность. То есть наша компания проведет проверку на благонадежность таким образом, что вероятность отказа будет близка к нулю, поскольку мы используем базы данных, и это одна из наших особенностей, хороший комплайнс, что выстраивает хорошие отношения и с клиентами, и с правительством, позволяет нам это выстроить. То есть мы проведем эту проверку. Вы платите 5 тысяч. Вот по поводу вот этого платежа 5 тысяч, которые платятся за проверку на благонадежность. Во-первых, эта сумма меньше, чем в других странах. То есть нужно учитывать, если есть какие-то моменты спорные, да, когда нужно писать аффидавиты, пояснения по бизнесу, по личным каким-то данным клиентам. Это довольно-таки важный момент. Если вы получаете отказ на Карибах, вы теряете порядка 30 тысяч долларов, здесь вы теряете 5 тысяч долларов и то тоже. То есть в том случае, в принципе, мы сводим к минимуму, да, отказы, как говорилось ранее. То есть это большое преимущество. И на практике как происходит? Да, проверка 96 дней, но вот важно нам учитывать инвестору тот момент, что... Сама-то проверка 96 дней проходит, но еще деньги зачисляют... Часов. 96 часов, извините. Деньги еще зачисляются на счет.
Это все-таки долларовые счеты, используются транзитные счета в США, и на практике это может занять и неделю. То есть если для инвестора важны сроки, а в данном случае срок одно из больших преимуществ, то этот нюанс тоже вот стоит учесть. Правильно ли я понимаю, что за все время получения паспорта, собственно, с самими коренными вануатцами общения никакого нет? То есть, по сути, ну, вы общаетесь, ну, с агентом, с компанией, ну и потом с почетным консулом, который, вот, то есть, ну, вы в данном случае, Елена, этот паспорт просто физически выдаете. Ну слышно? Да, да, совершенно верно. Я слышу, да? Слышно? Совершенно верно. То же самое, как и на карибских странах, да, нет общения. То есть мы официальный представитель этой программы. То есть мы общаемся уже с Вануату, со всеми службами Вануату, а вы общаете, а клиенты общаются с нами. Окей. Хорошо, но раз уж мы начали сравнение, от него, видимо, никуда не деться. Есть карибские программы, есть программы, программа небольшого государства на австралийском континенте. Карибские программы, ну, их основное преимущество для заявителя, они, в общем, относительно недороги. И там при этом есть еще возможность инвестировать в недвижимость, и при этом все-таки сроки, ну, 3-6 месяцев, это сроки меньше, чем, скажем, на Кипре или на Мальте. Но вот все-таки, если продолжить сравнение, в чем, что еще важно принципиально понимать, кому лучше выбрать Вануату, кому лучше выбрать какую-то из программ Карибских островов, какие здесь могут быть аргументы у потенциального заявителя? Ну вот, например, срочность, да, за 6 недель мы не оформим ни один паспорт карибских стран. На Вануату у нас уже есть кейсы, которые мы оформили за 6 недель. Угу. Это вот основное преимущество. Второе преимущество – минимальный пакет документов. То есть действительно нужно всего несколько документов. На Карибах довольно сложный большой пакет документов. И очень часто у инвесторов просто времени нет собирать эти документы. На Вануату минимальный пакет документов, который мы подаем. По инвестициям примерно, вот если вы видите, там примерно одинаковые по странам. Например, на одного человека Вануату стоимость 135 тысяч долларов США, да, мы не инвестиции берем, а уже полностью программа, плюс проверка в финансовом департаменте. На Сент-Люсию 130 тысяч долларов США, Сент-Китс и Невис и Гренада, например, на одного человека 178 тысяч долларов США, это чуть дороже, чем Вануату. Скажите, ну, тогда переходим, наверное, уже к следующей части, то есть более-менее, если у кого-то есть вопросы по какому-то конкретному сравнению с той или иной карибской программой, я вижу, вопросы появились, ну, можно задать или в частном порядке, или напишите в чате, я думаю, сегодня время у нас еще будет несколько минут эту историю обсудить. Ну, а теперь такой, наверное, главный вопрос, может быть, с него начать нам же было, но мы уж к нему ближе к концу подобрались. А зачем? Вот какие возможности дает паспорт этого небольшого государства? Что он тебе позволяет делать и так далее? Елена, Злата, кто начнет? Ну, давайте я начну. Ну, традиционно, конечно, travel документ. Да? Вануату открывает также безвизовый Шенген 90 дней в 180 дней, Великобританию 180 дней в году, Гонконг, Сингапур и ряд других стран. Всего 126 безвизовых стран. Также можно получить визу в США, туристическую, на 10 лет в паспорт Вануату. Как запасной аэродром, то это, наверное, около 90% наших клиентов оформляют паспорт как запасной аэродром, вдруг что-то случится, потому что когда что-то случится, уже иногда и времени нет, и желания нет, и возможности, самое главное, возможности нет. Для ведения бизнеса в Азии, то есть если там, наверное, в США все-таки, если сказать, что гражданин Вануату, наверное, они сильно задумаются. В Азии все-таки Вануату знают эту страну. Для тех, кто планирует бизнес в Австралии, да, тоже гражданство Вануату – это понятный инструмент.
Ну и также, кому нужно срочно паспорт, то есть вот за полтора месяца, и кто не хочет проходить все эти бюрократические процедуры, кому нужно быстро, просто, не быстро, быстро, мы уже сказали, просто оформить паспорт с минимальным пакетом документов. Окей. Ну вот смотрите, тоже поступил вполне логичный вопрос. Тут просто нужно некое напоминание. Вы нам сказали 125-126 стран, куда есть безвизовый въезд. Да. А если мы сравним с Карибами, все-таки не получится ли так, что, по-моему, там цифры побольше, соответственно, какая-то часть мира с паспортом Вануату меньше доступна, чем вот с карибскими паспортами? Да. Да, на Вануату около 20 стран меньше, но если сравнить паспорта, будет видно, что это в основном страны Южной Америки. То есть, все Карибы дают очень хорошее покрытие Южной Америки. С другой стороны, российский паспорт, паспорт гражданина России дает прекрасное покрытие Южной Америки. И если использовать оба паспорта, то, в общем-то, в минусе клиенты не окажутся. Кроме того, вот на настоящий момент интересно вот не количество безвизовых стран въезда, а оценка мобильности паспорта. То есть количество стран, в которые в данный момент, вот сегодня, с паспортом Вануату можно въехать. На настоящий момент это 60 стран. То есть это количество стран может меняться каждый день, иногда в день два раза, в зависимости от того, какая страна открывает въезд, какая закрывает въезд. На Карибах, например, с Гренадой можно в 59 стран всего въехать. Вот сегодня. А на Сент-Китс и Невисе в 67 стран. То есть паспорт абсолютно конкурентоспособный по данной функции. Ну, то есть, вот что показали, такой, наверное, общий вопрос, что показали последние там, пару месяцев, да, когда границы оказались, ну, не то, что уж совсем закрыты, но близко к тому. То есть, вот, получив этот паспорт, я имею там вполне легальные основания, купить билет на самолет, и российские пограничники, российская таможня меня с этим паспортом выпустят просто потому, что я являюсь гражданином вот этого небольшого государства в Австралии. Правильно? Все верно. Так, абсолютно. Окей. Ну вот ответили уже на вопрос. Отличный вопрос. Насколько серьезно пограничники воспринимают паспорт Вануату, путешествие с паспортом Карибов нередко просят показать второй паспорт. То есть, ну... Люди же могут не знать, то есть как бы, и это как раз вполне понятно, да? Чем легче мы получаем, тем психологически кажется, ну что это такое, что-то несерьезное, а как же ты так взял легко и получил? Несколько слов вообще об этом, какие здесь есть моменты, пожалуйста. Да, здесь нет абсолютно никаких, при пересечении границ Российской Федерации нет абсолютно никаких отличий, если у вас есть второй паспорт стран Карибского бассейна. Я хочу напомнить, что наша компания также является агентом по всем странам Карибского бассейна, и мы предлагаем услуги по этим странам, в том числе и уже проходили несколько совместных вебинаров, да, в том числе с Priam.ru, мы рассказывали о этих программах, можно к ним вернуться, просмотреть информацию. Пересечение границы с двумя паспортами происходит следующим образом. При пересечении границы из России вы предоставляете, правда, два паспорта, которые указывают один паспорт о том, что вы, как гражданин России, покидаете территорию страны, второй паспорт как основание для вылета и основание того, что вас впустят и примут в другую страну, в которую вы вылетаете. Точно так же происходит и при влете в Российскую Федерацию. Поэтому, конечно, мы всем клиентам рекомендуем, это то, что касается именно клиентов из России, мы рекомендуем сообщать, такое требование есть, о том, что у вас есть второе гражданство, именно с той целью, чтобы вы могли полноценно им пользоваться. И сейчас наши, допустим, вот с нашими партнерами, с несколькими private jet'ами, они осуществляют бизнес-перелеты, и наши клиенты вот путешествуют, да, имея два паспорта. И я бы тоже еще хотела добавить, не нужно никогда там тушеваться, если какой-то пограничник не знает, что такое Вануату, попросить его посмотреть, пожалуйста, лист безвизовых стран. Если не получается, тогда пригласить начальника его, потому что у нас тоже был случай, мы работали ранее, да, была программа инвестиционная по Венгрии, и клиент нам позвонил,
в Италии пограничник сказал, что Венгрия – это не Шенген, и отказывался пускать в Италию. То есть, конечно, этот, все было улажено там в течение 10 минут, тем не менее клиент к нам в панике позвонил, говорит, что, говорит, Венгрию из Шенгена выкинули. Поэтому, пожалуйста, очень спокойно, может быть, да, конечно, то есть, мы, ну, не можем гарантировать, да, что уровень пограничника или его познание в географии, да, как-то, да, но всегда... Можно добавить, на этот случай у вас всегда есть хороший агент компании «Мигрант Инвест», которым вы можете позвонить 24/7, и с таким вопросом, конечно же, мы поможем разобраться. Отлично. Скажите, пожалуйста, ну давайте все-таки тогда, если мы подведем некий... итог. Филипп, ну, да. Филипп, можно коротко, вот пока мы затронули вопрос, касаемый вот именно безвизового пересечения, то есть обратить внимание, то есть паспорт Вануату дает Шенген без виз, паспорт Вануату дает Великобританию без виз и Великобритания и Гонконг. Безвизовое посещение. Это основные страны, которые в большей степени интересуют наших клиентов. А то, что касается выбора программы в целом, сам безвиз, он не всегда, вот если мы сравниваем программы Карибские и Вануату, то есть мы никогда не отталкиваемся в данном случае на безвиз, потому что 124, 127, 130 стран, то есть здесь разницы большой нет. Те страны, как говорила Злата, которые не покрываются вторым паспортом, покрываются карибским паспортом, российским паспортом. Поэтому это не основное, почему выбор, допустим, идет в пользу одной или другой программы. Как правило, мы задаем клиенту вопросы относительно целей и задач, которые должен решать этот паспорт, и тогда уже предлагаем то оптимальное решение, которое подойдет именно этой семье. Потому что всегда мы, допустим, когда работаем с клиентом, кейс прорабатываем таким образом, мы, допустим, клиент должен задуматься, он иногда не задумывается сам, да, но вот Злата помогает задать правильные вопросы, чтобы он определил все, чтобы максимально хорошо решить все задачи. Допустим, клиент сейчас, у него детки маленькие, он не думает, что там через 10 лет у него ребенок где-то будет учиться. Это важно учесть при выборе той или иной программы. Либо же, когда у инвестора уже будут пожилые родители, он сейчас молодой, он не думает о том, что ему нужно этот фактор тоже учесть. Соответственно, клиент приходит к нам, мы рассматриваем все варианты, все программы. Допустим, сейчас на Сент-Люсии очень выгодная опция для инвесторов с учетом финансирования и дотации. Это, получается, самый маленький бюджет можно оформить второй паспорт, да, то есть для семьи. Поэтому вот безвиз – это не самый главный фактор для принятия решения. Можно еще чуточку? Да, я знаю, что там мне вот просто про Сент-Люсию все сказали. Еще и прям сегодня новость вышла, расширили состав членов семей, которые могут оформить гражданство вместе с основным инвестором на Сент-Люсию. Теперь дети до 30 лет могут оформить гражданство. Братья, сестры до 18 лет. То есть на самом деле сейчас это вот получается, я еще даже не успела изучить, да, все условия, потому что это прям новая новость была, прям перед вебинаром, да. Но одна, получается, практически одна из лучших программ. Да, и то, что только наша компания предлагает эксклюзивные условия по финансированию в рамках этой программы. Сент-Люси. Да. Еще раз, давайте уточним, Максим спрашивает, можно ли работать и проживать с паспортом Вануату в Европе? Вот еще разочек давайте, что можно и что нельзя? Ну, нет, конечно же, да, как и с паспортом Карибов, с паспортом Вануату у вас безвизовый въезд в туристических целях, в Шенген, в туристических целях. Право на работу в Шенгене он не дает и не дает право находиться в каких-то других целях. То есть, если, например, там, ну, возьмем Великобританию, да, ребенок едет учиться в Великобританию. Да, он может 6 месяцев находиться, но это уже не туристические цели.
То есть вы можете въехать, начать учиться и подать заявление на получение студенческой или ученической визы. То же самое, там, если в Германии, да, вы можете въехать без виз, начать процесс там, обучения там, какой-то и параллельно подать документы на получение студенческой визы в Германии. Ну, по трудоустройству понятно, да, что раз нет права проживания в стране, то, соответственно, нет и права на работу. Елена, вопрос, наверное, к вам уже такой в завершении нашего вебинара. Вот, если я правильно понял, вот в современном виде программа Вануату существует 2 года. С 2017 года. Ну, уже третий год пошел, да. И вы, ваша компания занимается, ну, подбирая программы. То есть вы же работаете не со всеми программами гражданства, но вот эту вы выбрали. И там, ну, то, что было в 90-е годы, это история прошлая. Что вы проверяли как компания, которая занимается сразу несколькими странами? То есть, что для вас было важно? И это как раз может быть, наверное, косвенным ответом на вопрос, а, ну, насколько это все серьезно. Потому что, ну, знаете, объективно, вы не хуже меня знаете, наверняка лучше меня знаете, уйму примеров, когда вроде программа заявлена, а при этом по факту она не работает, и надо же как-то в этом убедиться, и чтобы потом паспорта изымать не будут, что это действительно настоящие паспорта и так далее. Несколько слов об этом можно? Что вы проверяли, как вы узнавали, что это все серьезно? Ну вот это вот один из критериев, да, то есть иногда бывают такие случаи, когда правительство анонсирует программу, то есть прописывает законодательные акты в программе, да, то есть вроде бы законодательно все, вроде все законно, да, но когда на практике начинаешь сталкиваться с процессом, фактически ничего не работает. Конечно, есть такие программы. Это один ряд программ, мы с такими не работаем. Вот примером такой долгоиграющей программы, на мой взгляд, является Болгария, когда фактически заявленные условия, они не выполняются. Есть другая категория программ, когда программа была заявлена, вроде бы она начала и начала работать, но она довольно-таки быстро прекратила свои действия в связи, да, там, в любом случае нужно понимать, что программа не просто так работает, это должны работать государственные учреждения, которые будут это все обслуживать, и люди, которые, да, будут этим всем процессом заниматься. Есть тоже пример таких программ, когда их объявили, буквально через очень короткое время они были закрыты. Поэтому мы довольно-таки, да, осторожно подходим к этому процессу, мы изначально наблюдаем, и когда уже будем уверены в том, что все процессы налажены, да, бюрократических нет сложных процедур, потому что тоже бывает, программа объявит срок 3 месяца, а на самом деле он 3 года длится, процесс весь. Это тоже не всегда устраивает наших инвесторов. Когда уже все процессы налажены, когда мы понимаем, что хорошо выстроены взаимоотношения и с местными агентами, и правительство способствует развитию программы привлечения инвестиций, инвесторов, да, при привлечении новых. Конечно, все эти факторы влияют, и мы в таком случае уже приступаем к работе по программе, как это было вот и с Вануату в том числе. Окей, ну и скажите, вы сказали, что за последние, ну там, 3 уже по сути года около 5000 инвесторов получили гражданство Вануату. Такую цифру, да, вы называете? Да, да, верно. И со стороны вот Российской Федерации и нашей компании мы тоже видим значительное увеличение спроса на эту программу, что вот как бы и повлияло на то, что меня назначили почетным консулом. Это одна из причин для того, чтобы развивать и программу, и взаимоотношения между Россией и Вануату, для того, чтобы новые граждане имели возможность обратиться, решить какие-либо вопросы, которые у них могут возникнуть, потому что, да, вопросы бывают разные. Вот, допустим, мы не затронули эту часть относительно присоединения членов семьи, да, жизни. Течет, да, у кого-то рождаются дети, у кого-то там появляется супруга. Я потерял паспорт тоже. То есть все эти бюрократические вопросы, они все равно возникают. И вот в Вануату эти процессы очень хорошо, на мой взгляд, да, и из нашей практики. Мы пока не сталкивались ни с какими сложностями, поскольку все процессы, да, решались очень быстро, оперативно, и мы довольны работой. Чисто технически для инвестора, то есть он обращается к вам, а дальше вы этот вопрос берете на себя. Ну, как? В зависимости от ситуации, да, я рекомендую обращаться к лицензированным агентам, которым является иммигрант-инвест. А иммигрант-инвест уже найдет способ разрешить. Ну что ж, отлично. Юридически. Коллеги, друзья, я думаю, что сейчас самое время показать контакты
с компанией Immigrant Invest. И тогда все-таки уже в завершении есть интерес у человека к с паспорту Вануату. Каким образом ему начать действовать, с чего нужно начать? То есть вот хорошо, он приходит к вам просто с паспортом, опять же, к вам прийти. Вот, ну, чем принципиальное будет отличие от общения по любым другим программам, о которых мы с вами говорили на предыдущих вебинарах? Смотрите, в основном, конечно, к нам никто не обращается, то есть редко кто уже знает, что ему нужен именно паспорт Вануату. К нам приходят клиенты со своими задачами, со своими проблемами, со своими целями, рассказывают нам это, и мы им помогаем или рассказываем, какие программы решат наибольшее количество их задач, да, или с какими программами, какой документ они оформят и как можно быстрее достигнут свою цель. То есть уже потом вместе с нами мы разбираемся. Опять-таки важен, да, бюджет для программы. Конечно же, великолепно, да, гражданство Мальты или гражданство Кипра, но 1 миллион и 2 миллиона есть далеко не у всех. А некоторым, например, это гражданство и не нужно, потому что гражданство карибских стран или Вануату прекрасно решит его задачи. Да, после того, как мы уже выбираем программу вместе с клиентом, помогаем, мы проводим внутренний комплаенс. А для этого нам нужен будет скан загранпаспорта, адрес регистрации, номер ИНН. В течение 24 часов наш отдел комплайнса проводит комплайнс. Если мы видим, что все хорошо, там ни в каких базах клиент не высветился, никакой негативной информации не найдено, мы заключаем договор с клиентом, и начинается уже фактическая работа. Но это не значит, что не нужно обращаться, если, например, уже знает клиент, что на него есть какая-то негативная информация, да, или он в каких-то базах, это все обсуждается. Какого рода негативная информация, да, возможно, это там конкуренты написали, возможно, это дело давно прошедших лет. То есть тоже наши юристы, там мы все можем посоветовать, можем написать аффидевиты, можем разобраться в ситуации, и также подать клиента на паспорт с положительным результатом. И еще хочу напомнить, да, что офисы компании работают в 6 странах мира. То есть к нам клиенты могут обратиться в любом из наших офисов. Вот моя гордость, да, последний клиент обратился 13 декабря к нам в офис в Вену. Он был в Германии прооперирован и не мог перелетать, да, не мог покинуть там Шенген самолетом. Дочка в Великобритании, то есть тоже он мог на пароме там через Голландию посетить дочку. 27 января мы для него получили паспорт Вануату, и он поехал к дочери. То есть переждал там у дочери время, у него в Шенгене время заканчивалось, побыл с внуками несколько месяцев, и когда у него уже накопились опять дни для Шенгена, у него уже было следующее обследование в Германии, он приехал и все хорошо продолжил. То есть в данном случае он не мог вернуться в Россию, чтобы оформить себе паспорт, чтобы оформить себе визы. Угу. Ну да, случаи бывают совершенно, получается, такие совершенно необычные. Такие, да. О которых даже изначально не предполагает. Ну, например, Филипп, сегодня тоже мы утром как раз вот перед вебинаром разбирали один из кейсов, когда клиент вот сейчас к нам обратился, но у него цель основная – это все-таки европейский паспорт, и это основная глобальная цель. Но решить задачу без виз нужно здесь и сейчас. Вот в таком случае мы скомбинировали решение, то есть мы быстро получаем ему сейчас паспорт Вануату. Ну, принято, да, такое решение, еще процессы не начаты, вот буквально, да, сегодня обсудили этот вопрос. То есть быстро получить паспорт Вануату, плюс в дополнение уже идти по процедуре получения европейского гражданства, которое займет год-полтора. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что мы большую часть вопросов по программе Вануату и даже по сопутствующим вопросам осветили. Возможно, какие-то глубинные моменты остались неизвестными, но, во-первых, контакты компании Immigrant Invest, Злата и Елена всегда будут рады ответить на ваши дополнительные вопросы. Плюс, если что-то осветить не успели в материале, мы обязательно
в расширенном, это сделаем на этой неделе, читайте на Prian.ru. Традиционно приглашаю вас на нашу вебинарскую страницу, и в начале с июля у нас начинается, я уже сейчас могу об этом там объявлять, там точную дату не буду называть, но мы стартуем с глобальным проектом вместе с компанией Immigrant Invest, и там, в частности, гражданству Вануату будет уделено особое внимание, ну, просто, коли сейчас это такой тренд, да, если так это можно назвать. Ну что ж, дорогие друзья, Елена Рудая, почетный консул Вануату в России, директор по развитию компании Immigrant Invest. И Злата Эрлах, директор офиса в Австрии компании Immigrant Invest. Спасибо вам большое. Надеюсь, что на большую часть, еще раз скажу, вопросов ответили. Что не ответили, ответим в ближайшее время обязательно. И до встречи на вебинарах Prian.ru, на страницах Prian.ru и в офисах Immigrant Invest, коли у наших зрителей возникнут именно такие сильные иммиграционные гражданские желания. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания.